Всем привет. Продолжаем играть. 22-я ферма. Калиновка. Сентябрь месяц. По поводу моркови. Морковь выросла. Тут так прилично поддонов собралось. По 250 литров. Нужно будет все это свести сегодня на продажу. Плюс огурцы еще появились. И чуть-чуть салата. Буквально два поддона. Два ящика, точнее. Компост еще остался. Так, по изменениям здесь особо ничего. Единственное, что я перед тем, как повести на продажу это все, тут хотел немножко прибраться на участке. Тут есть мусор, который можно продать. Плюс надо вот это вот бревно отсюда как-то вывести. Я до сих пор его еще не вывез. Оно тяжелючее, тут почти тонну весит. 902 килограмма. Так, ты что не ешь? Давай ешь. Так, о, у нас и яйца появились уже. Один лоток. А я думаю, где они появляются? Вот они где, оказывается. Прикольно, в лотках появляются. Тоже надо будет забрать, завести на продажу. А, и вот еще лоток. Это уже, значит, второй. Пока давай, наверное, здесь будем складывать. Немного. А что у меня здесь? А здесь пустой, да? Здесь у нас ремонт никакой тоже нету, да? Кстати, установился классный мод. Я не знаю, почему его раньше не было. Ну вот, теперь у меня на кнопку равно. Включаются, отключаются значки. Это капец как удобно. Недавно его нашел. Если кому надо, пишите. Оставлю ссылочку. Обалденный мод. Мне его очень не хватало. Так, оп, посмотрел один значки. Чик, сразу выключил, не надо в меню входить. Так, давайте немножко тут приберемся. Я тут хотел поудалять вот эти вот объекты, эти ненужные. Вот этот хлам, который тут валялся. Где-то еще у нас вот бревна можно эти продать. Кстати, неплохо, 240. Так, что тут еще у нас? Где-то я еще здесь видел вот эту вот кучу, да. Хотел убрать с мусором. Так. Вот этот тоже весь хлам надо поубирать отсюда. Да и кирпичи эти тоже. Или кирпичи нельзя. И они, наверное, вместе с коровником идут, да? Ну ладно. Вот тут даже эти плиты можно удалять, ничего себе. Так, здесь нормально, здесь нормально. Вон у меня еще бревна лежат. Надо будет тоже их загрузить. Но мы сейчас в шишигу загрузим. Вот эти, если получится, и вон то надо особенно большой это закинуть. Так, ну вроде все, да? Да. Ну вот, неплохо. Кстати, на шишиге поменял колеса. Сейчас она стала выглядеть хоть как-то более-менее... А, вот еще, ё-моё. Точняк. Вот этот еще давай продадим тоже. Всё, шикарно. Здесь за домом вроде ничего нету, да? Вот на этих колесах смотрится хоть более-менее адекватно. Надо его подзаправить немножко. Так, а борта мы тут не можем открыть, да? Так, я понял. Ну ладно.
Где-то топливо было заныщено. Немножко его подзаправить. Хорош. Много не надо. Пусть будет лучше в бочке. Мало ли, пригодится. Так, а что не закрывается? А, купил, кстати, себе вот такой разбрасыватель еще. Плюс взял в аренду вот такой вот карпан для бревен. Надо его скинуть. И купил вот такой еще противовес. Противовес. Только единственное, у меня вопрос. Надо, наверное, треугольник снять этот. Да, надо, наверное, снимать треугольник, потому что так дело не пойдет, они зацепятся. Так, а где у нас треугольник наклейки? Столько разных непонятных этих. А треугольник этот попробуй найди. А, вот. Так, настроить. Так, давай-ка противовес оттянем. Не знаю, как он тут цепляется, наверное. Как-то так. А что, не цепляется? Отлично. Зацепился. И сейчас еще эту штуку надо прицепить. Трактор хоть помыл, а то он вообще был грязнючий. Ух ты. Так, ну теперь вопрос, как нам его отсюда вытащить? Так. Так, немножко надо его, наверное, сторонку бросить. Вот. Так, ну вроде держит, да? Мы тут немножко приберемся, как говорится, на участке. Да, будет, конечно, торчать, но ладно. Вот так. Ладно. Ну и я бы, наверное, еще там бревна загрузил бы какие-нибудь. Так, подскочим здесь. За домом. А, взял, кстати, контрактор. Но я не знаю. Может, в конце серии еще съездим на один из них.
Потому что, ну, вот такие вот, это на известь. Надо будет еще съездить купить извести на шашиге. Как раз бревна сейчас продадим, заедем, купим извести. Потому что я что-то, честно говоря, уже забыл, почему, но у меня висит кредит на 97 тысяч белорусских. А в долларах это 30 тысяч, короче. 30 тысяч долларов висит. Честно, не помню, нафиг я его брал. Но он есть. Его надо, короче, выплатить. 97 тысяч вот из-за этих кредитов, ой, из-за этих контрактов мы как раз можем половину, считай, закрыть. Почти. Так что надо будет их выполнить. Так, а где тут проезд-то, а? Где нам тут проскочить мимо деревьев? Вот они. Лежат тут. Тут много мелких, но есть и крупные. Мелочь мы закинем так тогда. Руками, а вот крупные надо будет трактором потом. Вот это вот здоровое лежит. Так, пошли возьмем шишигу. Перепрыгну быстренько. Сейчас тогда закинем мелочь, а сверху прижмем здоровым этим. Где-то здесь мы проезжали, да? Было бы неплохо вообще расчистить нормально так территорию, чтобы можно было спокойно ездить. И не проехать тут через кусты эти. Так, давай-ка мы тут немножко набросаем дровишек. Съездим, продадим их. Там, правда, так себе получается с них. Но, тем не менее, убрать надо их отсюда. Потому что лежат, только мешают. Да и сгниют. Вот, что они еще, без коллизии, что ли? Вообще зашибись. Или это у нас кузов такой без коллизии? Мимо него все сыпется. Я надеюсь, не растеряю их по дороге. Так. Нет, ну это вообще какой-то кошмар. Ну все, высыпается он с кузова. Чё насыпется-то, а? Там и ремней нету, да? Ну вот, что это такое? Ну да, будет, конечно, выглядеть не очень, но что поделаешь. Так, и этот выскочил. А, теперь еще вот это надо куда-то покласть. А захват этот я взял в аренду, кстати.
так дело не пойдет. Попробую еще немножко его подпихнуть, хотя бы как-то так. Надеюсь, не растеряю я их. Можно вот по прямкам выехать через каналы. Ну, захват пока не будем возвращать, может пригодится. То есть пока будет у нас. Отлично. Все, пусть пока так постоит. Поедем сейчас, попробуем довести это все как-то до лесопилки. А где у нас ближайшая тут? Так, точка продажи дерева. Дерево, дерево. Так, а где дерево? Я не вижу его. Вверху, что ли? А, вот оно. А у нас только одна точка продажи. Это на лесопилке, да? Там, где я ездил на МТЗ, завозил. Блин, он далековато. Стоп, а где она? Где-то ж сверху была. А, вот она, ё-моё. Здесь выезжаем по главной и поехали. Ну ладно. Поехали. Попробуем довести. Ремней тут у нас нету никаких. Без ремней. Надо ехать аккуратно будет. Немножко перегрузил, конечно, я его. Ну вот, начинается. Идти твою налево. Ладно, у меня есть кое-какая идея. Сейчас я вернусь. Возьму опять трактор. Пес, пойдем покажу кое-что. Так, ну, спустя мгновение, вот так вот я, короче, прицепил прицеп, сюда мелочевку, то все перекидал. А сюда закинул два этих. Все, думаю, так точно довезем, так что поехали. Thank you.
вот тормознул. Какая-то есть дрожжевая фабрика. Его можно купить. Дрожжи изготавливать. Сколько оно стоит? 211 тысяч. Ничего себе. Нехило. Интересно, что сюда нужно для того, чтобы производить эти дрожжи. Может, где игрушка лежит? Вот, кстати, не помню, на этой карте вообще есть игрушки или нет. Ладно, пойдем. Газелька стоит. Ворота закрыть. Фабрика не работает, кстати. Закрыто производство. Я думал, оно дешевле стоит. Тут 211 тысяч-то нехило, конечно. Так, ну вот мы и доехали. В принципе, тут недалеко. Я забыл, что эта карта небольшая. На карте смотришь, вроде немало ехать, а на самом деле довольно-таки близко. Так. Становимся, по-моему, где-то здесь мы, да? А вот триггер. Давай попробуем продать. Сколько нам за них дадут? 3000. Все продалось. Ну, хоть так. И то хорошо. Так, ладно, сейчас тогда поеду. Закуплюсь известью. И тогда уже увидимся на базе. Так, а что тут, шлагбаум какой-то? Мне туда вот надо ехать на точку продажи извести. Там, кстати, самая лучшая цена сейчас, по 350, по моему за куб. Я не был еще в этой стороне карты. Это хозяйство какое-то с навозной ямой. Блин, а я тут проеду хотя бы. Я здесь, наверное, не проеду. Ё-моё, да ладно. Погнали вдоль поля. Все равно ничего не растет. Сорняк только. А вот здесь что-то растет. Ладно. О, уточки плавают. Ничего себе. В пруду. Прикольно. Такого не видел я на других картах. Надо полезно так прокатиться по неизведанным местам. Вот здесь, наверное, еще камень какой-то принимают, либо щебень. А здесь у нас погрузка извести. Да, конечно, неповоротливая машина. Сколько нам обойдется это? О, 1700. Вообще нормально. Ё-моё.
Ну и того где-то порядка 3-4 тысяч. Нормально, в принципе. Учитывая, сколько мы заработаем с выполнением этих контрактов, то оно окупится с лихвой. Так, ладно, поехали. Давай-ка посмотрим, как нам лучше ехать здесь. Так, это я нахожусь вот здесь вот, да? А, так мы можем вот по вот этой дороге сейчас вот так вот и на базу выскочить. Заодно прокачусь, посмотрю территорию здесь местную. Тут в основном все в полях. Поля, леса. Много полей очень. Так, а контракт у нас на 37 и 35. Я беру контракты, в основном, которые вот в этом вот районе. Начиная 34, 35, 36, 37, 38, то есть вблизи базы, то есть чтобы максимально была скидка на них потом при покупке. Потому что там за каждое выполнение контракта на этом поле дается процент скидки, по-моему, в районе 5%. На его потом приобретение. Ну и в дальнейшем какое-то из них купить хотелось бы. Что стараюсь брать контракты именно на этих полях, чтобы их потом подешевле выкупить. Я вот только не знаю, у меня вот эта известь, она в элеватор вообще в мой войдет или нет, или там только зерновые. Сейчас проверим заодно, принимает он или нет. Оп, 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 стоп. Венчатый мост. Да, лихо так они тут настроили. Бобры эти. Ё-моё, колбасит как прицеп. На комбайне, наверное, вообще опасно ездить. Так, ну что, будем пробовать. Где тут у нас? Вот она. Я надеюсь, он принимает. О, шикарно, есть. Выгружаем тогда это в элеватор и будем отсюда уже набирать в прицеп. Так. И с прицепа тоже. Отлично. Так, давай тогда прицеп пока сюда и поставим, где он стоял. Вот. А шишигу обратно. Супер. Так, ну что, давайте тогда съедем сейчас, продадим морковку, собственно, ради чего мы здесь собрались, это посмотреть, сколько мы с нее получим. Сейчас тогда загрузим в наш минивэн все это дело. Так, как нам открыть? А, там же
Интерактив, точно. Так, морковка, морковка, морковка. Не знаю, как поместится она здесь вся или нет. Надеюсь, поместится. Как-то надо ее так складывать аккуратно. Сейчас тогда загружусь. И поедем продадим. Потому что это занятие, я смотрю, муторное. Утомлять вас не буду им. Так, ну, кое-как загрузил. Не знаю, тут ремни эти будут держать, не будут. Наверное, надо с машины закрыть. Вот так. Так, теперь куда мы это все повезем? Вопрос. Придорожный рынок. Так, а это надо на базу какую-то вести. Торговая база. Салат тоже на придорожный рынок. А где у нас придорожный рынок? По-моему, где-то около заправки был, да? Да, вот около заправки рынок, а база это ставить метку. А база вон там. Ну, значит, сначала заедем на рынок, а потом поедем на базу торговую. Погнали, посмотрим, сколько мы заработаем с этого. Ну, с огурцов, салата, понятно, что немного, а вот с морковки, я думаю, заработаем немало. Почти 5000 литров морковки получилось. Сюда еще, кстати, мед и яйца привозят. Так, оно вот так вот даже продалось. На 3700, да? 3700. Неплохо. Ладно, поехали теперь морковку продавать. Ну чё ты стал? Давай, я посигналю, раз такая уже петрушка. Все, едем теперь на торговую базу. Это она у нас в Иваново получается. Движение такое, как будто все на обед поехали. Так, а где у нас тут точка продажи моркови? Морковь, наверное, вот это, да? Давай посмотрим, сколько будет один
ящик стоить. А потом продадим все. Так, как нам отсоединить тут? Какой-то... О, вот, есть. Так. 82 рубля, серьезно. Да. Пустую заработаем мы тут. Прям миллионы. Так, ладно, давай продавать, что делать. На 1500. Да, такое себе. Такой себе бизнес, я вам хочу сказать. Ладно, поехали. На контрактах, я думаю, хотя бы заработаем. Ух ты. Занесло немножко. Пока ехал. Дождь начался. Так. Вот тут я, конечно, притерся. Начался дождик. Но это не беда, в принципе. У нас тут чехол есть, если что. Так что нормально. Так, температура хорошая, можно ехать. Так, вот единственный вопрос, я с этого элеватора не помню, как нагружать. Сюда, что ли, подъезжать просто и все. Как вот теперь с него загрузиться? Это у нас выгружать, да? А вот так может загружать. А вот, наверное, сюда надо. А вот так вот даже. Фига себе. Не, ну вот эта кнопка теперь вообще так удобно, блин, просто песня. Так, нам нужна известь. Загружаем. Не знаю, загружу полный. Насколько там мне его хватит, непонятно. На поле хватит или нет. А если останется, приедем, выгрузим. Не страшно. Прикольно, кстати, элеватор. Мне нравится. Вообще карта крутая. Автор постарался тоже над ней. Так, давай закроем. Так, поехали туда на 35-е, наверное, поле. Там начну известью обрабатывать. И тут еще разброс надо посмотреть у этого аппарата. Птички поют в лесу. Так, а где-то, а вон, 35-е, вон то, да?
Там, наверное, прокультивировано или перепахано. Непонятно пока что. А, нет, тут что-то. Наверное, урожай собрали. Пастернак рос какой-то. Так, ну что, давай начнем. Пройтись по кругу, по традиции. Так, а что тут надо открыть? На X открывается, получается, вот этот подача. А потом включается и... А почему не сыпет? И что, Иг? Ой, хитит твое налево. Так, немножко не то я сделал. Загружаем обратно. Так, короче, разобрался. Получается, для того, чтобы оно начало сыпать, надо еще опустить... Какой-то ремень получается, вот он. Он на колесо, получается, падает, начинает вращаться, и таким образом идет подача. То есть надо открыть на X, потом опустить, и известь пойдет. Ну, прикольный аппарат, прикольный. Необычный, скажем так. Ну, по расходу пока непонятно, хватит на это поле или не хватит. Надеюсь, что хватит. В принципе, разброс не маленький. Нормально. Ладно, тогда, в принципе, под дождик на этой ноте мы и закончим эту серию. Я тут уже за кадром контракты выполню. Погашу кредиты хотя бы на 50%. Кредит, точнее. Не помню. Правда, вообще не помню, надо пересмотреть предыдущую серию, для чего я брал эти кредиты. Но что-то я подзабыл. Ну, а с вами не прощаемся. До новых встреч. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Ну и увидимся в новых сериях. Увидимся на Дзене, на Рутюбе, ну и на Ютюбе пока еще. Ладно, всем пока.